Всем хаюшки, с вами Амбрелла, и меня позвали на гитару. Моя подписчица Катюша, она же Белка, как вы видите. Вот, и мы с ней станцуем сейчас соло-шаг на 4 клавиши. Погнали, Катюш, удачи нам. Кто еще не в курсе, я напоминаю, что я теперь есть на всех серверах. Можете звать меня теперь абсолютно на любой сервер, хоть это гитара, контрабас, рояль, альт. Но предпочтительнее, конечно, для меня остается контрабас, поскольку это мой родной сервер, можно сказать так. А песню эту не помню, кстати. О, ребят, кто будет следующий звать меня на Парапай эксклюзив? Давайте станцуем что-нибудь на 8 клавиш. Ну, пожалуйста. Ну, хотя бы на самых низких битах, ребятки. Я очень прошу. Я-то на 4 тоже не против, но... Это как с сервером. Предпочтительный контрабас и предпочтительный 8 клавиш. Вот как-то так я скажу, хорошо? Я вас всех очень люблю, я станцую, в принципе, что попросите, но... Мои желания тоже иногда учитывайте, так будет честно. Кстати, если вы заметили, мы танцуем на относительно новой локации, но опять же для меня я не видела до этого. Кто узнает, что это за локация, пишите в комментарии. Катюша, не пиши, ты участница. Не слышала эту песню, слышала. Ну что ж, спасибо тебе, Катюшка, большое за компанию, за то, что позвала. Удачи тебе, тренируйся побольше, я уверена, ты можешь лучше. И зови меня на 8 клавиш, хотя бы немножко, будем учиться. Что ж, всем зрителям спасибо за просмотр, ставим лайки, ну, либо дизлайки, если не понравилось, но только обязательно напишите, почему же вам не понравилось. Мне вот прямо пипец как интересно. Поскольку именно под последним видео Парапа почему-то они появились. Кто это написал? В смысле, кто поставил? Ну, пожалуйста, напишите, почему. Мне тупо интересно. Что ж, с вами была Амбрелла. Всем удачи в играх и всем пока.